Всех приветствую на последнем ролике в этом году. Как я и обещал, я сделал итоги этого 2018 года. Сюда я включил то, что посчитал нужным. Возможно, что-то я здесь не отмечу, так как просто про какое-то событие я могу забыть, но все же попытаюсь отметить какие-то интересные моменты, связанные с Microsoft, да и не только. Какие ключевые моменты можно отметить в уходящем 2018 году? Во-первых, наверное, стоит отметить релизы крупных обновлений для Windows 10, которые запомнятся на очень долго. Это как касается весеннего обновления, так и осеннего. Напомним, что изначально в начале апреля должны были выйти Windows 10 April 2018 Update, хотя изначально обновление называлось Spring Retros Update, то есть весеннее творческое обновление, что тоже много холиваров на сайтах и форумах вызывало. Сборку подписали в конце марта, были готовы уже ISO-образы, которые через обходные пути можно было скачать с официальных серверов Microsoft. Но в последний момент релиз отменили, все образы отозвали, а производители железа были недовольны, так как они уже на производстве стали ставить новую версию OS. Скорее всего, Microsoft возместила какую-то неустойку, но в целом все обошлось. На финальном кольце тестирования релиз превью было обнаружено, что система уходит в синий экран смерти при установке OS. Также немалую роль сыграл тот факт, что официально даты выхода не было, и Microsoft быстренько пересобрала образ апрельского обновления и выпустила его 30 апреля. Сейчас, кстати, это самая популярная версия Windows 10. Это дало понять, что к тестированию нужно относиться строже, и вы думали, что Microsoft взяла какие-то уроки с этого? Возможно, но на практике оказалось еще хуже. Следующее октябрьское обновление Windows 10 вышло настолько плохим, что оно даже до сих пор автоматически не распространяется на компьютеры. Вы только вручную можете его скачать нажатием на кнопку «Проверка наличия обновлений». Ну, чтобы снять с себя ответственность за баги или вообще кирпич, как это было с планшетами Surface. Да, именно с планшетами от Microsoft. Из-за проблем с October 2018 Update бугуртили абсолютно все, начиная от обычных пользователей и заканчивая теми же производителями железа. Все-таки вышли новые комплектующие, такие как процессоры Intel Core 9 поколения, процессор от Qualcomm, Snapdragon 850 и тому подобное. Старая версия OS не поддерживала новые комплектующие, но компания не растерялась, поэтому Microsoft просто добавила их поддержку в апрельское обновление, хотя по факту никакой там поддержки и не было, из-за чего можно было наблюдать повышение энергопотребления, уменьшение производительности и так далее. С горем пополам за 2 месяца кое-как исправили все баги, но инцидент был чуть ли не мирового масштаба. Также непонятно, почему Microsoft с этим обновлением отказалась его тестировать в ветке Release Preview, ведь именно благодаря ей в апрельском обновлении выявили проблему в ZODA при установке. Но видно, компания была настолько уверена в своем продукте, что решила пропустить финальный круг тестирования и сразу выпустить релиз. После чего стало известно от ZOR, что команда Windows Insider была против такого раннего релиза октябрьского обновления, и вроде как именно высшее руководство настояло на подобном. Так, где-то тут должна быть наша любимая вставочка. То есть вечные 2% дерьма. В любом случае, Сатья Наделла двигает компанию вперед, и инвесторы поддерживают нового главу компании. Кстати, раз уже заговорили про саму компанию Microsoft, то в этом году произошло поистине выдающееся событие. Microsoft обогнала Apple по рыночной капитализации, что ей позволило стать самой дорогой компанией в мире. Сейчас ее цена примерно 800 миллиардов долларов США, а Apple примерно на полтинник дешевле. Многие, конечно, отмечали, что это все потому, что сама Apple подешевела, но и Microsoft с каждым обновлением дорожала, что ей также позволило выбиться в лидеры, и фейлы с обновлениями на это особо не отразились. Microsoft сейчас двигается в сторону сервисов, облачных вычислений и тому подобное, а у Apple подобной инфраструктуры нет. И видно, ориентир на облака, машинное обучение и искусственный интеллект дали свои плоды. Проекты, которые были убыточны, Microsoft прикрыла, те же смартфоны, а новые рынки развивает. Кто знает, может в будущем Apple тоже переориентируется на что-то другое, может тоже займется серверами, как та же Microsoft, Google или Amazon. Но будет уже поздно, если 8 лет назад Microsoft пыталась втиснуться в рынок смартфонов, и так особо ничего не получилось. Хотя поклонников в Lumia просто полно, я из их числа, если что, но конкуренции и монополия взяли свое. Может и с Apple в будущем подобное будет, если не пойдут по тому же пути, что и сейчас Redmondsы. Но если раньше Apple щемила конкурентов, то в будущем будут щемить уже ее. Хотя те же производители китайской электроники уже это делают, выпуская устройства более производительные и дешевые. По качеству сборки Apple все еще впереди, но кто знает, что будет завтра. Помимо всего прочего, Microsoft работает и над Windows Core OS, которая по сути является новой версией Windows.
Можно ее условно Windows 11 называть, но это в любом случае не совсем корректно. По другой информации известно, что новая система от Microsoft и вовсе не будет называться Windows, а получит иное название. Ключевое отличие Windows Core OS от старых версий OS – это совершенно новый универсальный подход к операционной системе. Идея заключается в том, чтобы создать необходимую основу для нанизывания различных компонентов системы, специально адаптированных под конкретные устройства. И в сентябре этого года на конференции Microsoft Ignite показали впервые свою новую операционную систему. Можно назвать это эпохальным событием. Некоторые до сих пор утверждают, что после Windows 10 ничего не будет. Но по факту компания Microsoft разрабатывает новую систему. Проблема старой системы заключается в том, что структура системы по факту особо не менялась, что позволяет даже на Windows 10 запускать старые классические приложения. Правда, не все, но совместимость компания пытается до сих пор сохранять. Из-за того, что в системе из-за юзания определенных костылей очень много проблем, связанных с багами и производительностью. Поэтому было принято решение пересадить систему на новые рельсы с использованием UWP. Теперь, создавая приложение в формате UWP, вы без особого труда сможете его сделать и для другого устройства, а не только для одного. К примеру, тот же магазин Windows Store на Windows 10, Windows Phone и Xbox выглядели по-разному. Но с приходом UWP теперь магазин одинаково выглядит на всех устройствах. И неважно, Windows 10 у вас, покойная Windows 10 Mobile или Xbox One. То же самое будет и с системой. Пока все, что Microsoft показала, это живые обои на экране блокировки. Скорее всего, и на рабочем столе будет что-то похожее. Также известно, что составной частью системы будет компонент C-Shell. Это адаптивный компоновщик, который будет отвечать за отображение и переключение оболочки. К примеру, если вы используете смартфон, то вы будете видеть интерфейс Андромеда. Но если вы подключите смартфон к телевизору и подключите дополнительно клавиатуру и мышь, то будет десктопный Polaris интерфейс. Еще что показали, это то, что в Surface Hub 2, к примеру, на панели задач кнопка Pust находится посередине, как и кнопки предоставления задачи, люди и аккаунт. В правом нижнем углу идет отображение времени, но без даты. Также справа можно заметить иконку Control Center, и по информации Зака Боудена, выглядит он не так, как на скриншоте 2017 года. Если что, новый ОС именно в действии показывали за закрытыми дверями и не разрешали ничего снимать, при этом сотрудники тщательно следили за этим. Да, и нужно отметить, что была продемонстрирована оболочка Aruba, специально разработанная под Surface Hub 2. К примеру, если вас смутила кнопка пуск в центре, то в десктопной оболочке все будет на прежних местах. Даже вроде как оболочка Polaris будет очень сильно смахивать на текущую версию Windows 10, только без Win32 кода. Старого браузера, Internet Explorer, блокнота и панель управления в новой ОС вы уже не увидите. При этом классическая версия Windows 10 также будет параллельно существовать с Windows Core OS. Кстати, новая ОС позволит пользоваться компьютером несколькими пользователями сразу. На демонстрации это отчетливо было видно. И вы, наверное, спросите, а какого фига майки делают систему, в которой не будут поддерживаться старые приложения? Но не все так однозначно. Во-первых, ожидается, что будет некая эмуляция, которая позволит без огромных ресурсных проблем запускать Win32 приложения. Эмуляция будет происходить или непосредственно на самом ПК, или на сервере. Во-вторых, большинству пользователей не нужны многие серьезные Win32 программы. Ни для кого не секрет, что сейчас большинство людей сидят именно за смартфонами, за мобильными устройствами, и компания делает на эту ставку. Как бы странно ни звучало, но таких большинство, которым лишь бы посидеть в интернете, да и поработать с документами. Конечно, можно немного обосраться, как с Windows 10S, и опять вернуться к истокам, как это делает Microsoft довольно частенько. Можно даже в этой теме вспомнить тот же браузер Edge, который перешел на Chromium и стал обычным Win32 приложением. А что теперь будет со старым браузером Edge на Edge HTML? Браузер – это один из главных компонентов системы, который отныне не универсальный. И как теперь быть с концепцией Windows Core OS UWP? Не особо понятно. Что-то редмонцы начудили. Та же функция Set зависит от Edge. И как теперь туда интегрировать Win32 вкладки в модерн приложение, не особо понятно. Или там будет что-то другое, к примеру, наши любимые костыли. Думаю, что в следующем году это станет более понятнее. Еще хотелось бы отметить операционную систему Windows 10S. Это не Windows 10 на ARM или Windows RT, а по сути классическая версия Windows, которая способна даже Win32 приложения запускать, если правда они есть в магазине Microsoft Store. Но по возможности можно и до проверсии было обновиться. Да, я знаю, что система вышла в 2017 году, но вот в 2018 году про нее почти ни слуха ни духа. Система предназначалась для дешевых устройств, под простенькие задачи для работы с документами и серфинга в интернете, ну и конечно же для учебных заведений. Но дальше эта ниша никуда ничего не двинулась.
Даже новая линейка устройств Surface, которая была представлена в этом году, не имела на борту Windows 10S, а Microsoft по-тихому ее слила. Ни на планшетах, ни на ноутбуках нет упрощенной версии Windows 10S. Я не знаю, почему Microsoft никак не может осознать, что пользователю Windows нужен весь функционал системы, а не то, что разрешит компания. Кстати, поэтому в начале 2018 года Microsoft избавилась от, по сути, отдельной редакции Windows 10S, но не отказалась от S-режима. Теперь обычные редакции, такие как Home и Pro, получили S-режим. И теперь только производители решают, включать S-режим или нет. И как вы поняли, S-режим производители не особо охотно включают, так как из-за этого фактора продажи устройств могут упасть, так как классические приложения банально не будут работать. Но тем не менее, если у вас Home S, то обновиться до просто Home можно бесплатно, а если Pro S, то обновиться до Pro будет уже стоить $49. Но в целом, сама по себе Windows 10S мертва. Возможно, этим компания прощупывала почву для подготовки Windows Core OS, но ни к чему хорошему это не привело. 3 октября Microsoft провела свой ивент, где предоставила общественности свои новые устройства. В частности, хотелось бы отметить планшет Surface Pro 6 на базе процессора Intel Core 8 поколения, 12,3-дюймовый дисплей, 8 или 16 ГБ ОЗУ и SSD от 128 ГБ до 1 ТБ и ценой в $900. Surface Laptop 2, который на 85% быстрее своего предшественника. Процессор также Intel Core 8 поколения, экран 13,5 дюймов, 8 или 16 ГБ оперативной памяти и накопитель до 1 ТБ. А стоимость минимальной комплектации начинается от $1000. Третий девайс, который представила Microsoft, это Surface Studio 2. О май гад, 10 из 10, одно из самых интересных, красивых и необычных устройств. Первое поколение Surface Studio получило очень-очень положительные отзывы, хотя и была узконаправленным устройством. Это в основном рабочее устройство, которое оснащено мобильным процессором Intel Core i7-7820HQ, 16 или 32 ГБ оперативной памяти, видеокарта GTX 1060 или 1070, зависит от комплектации, экран 4К 28 дюймов и SSD на 1 или 2 ТБ. Беспроводных интерфейсов тоже куча, и помимо стандартных Bluetooth и Wi-Fi есть также Xbox Wireless для беспроводного подключения геймпада Xbox. Короче, напичкано устройство по максимуму. Стоимость начинается от $3500. Сейчас кто-то в комментариях напишет, что он ПК дешевле соберет. Еще Microsoft презентовала наушники. Сейчас в ее каталог, да шучу. Короче, наушники как наушники. Обычные, беспроводные и дорогие, $350. В общем, Microsoft уже не только планшеты и ноутбуки производит, но и мышки, клавиатуры, наушники. Скоро и до бытовой техники дойдет. Короче, Xiaomi 2.0. Правда, смартфона не хватает, и планировали же в конце этого года выпустить складной смартфон Surface Andromeda. Но Сатья Наделла, который за него головой отвечает, решил отложить релиз, а смартфон ушел на доработку, и выйдет он уже тогда, когда Microsoft на 100% будет в нем уверена. Также в этом году было колоссально много слухов насчет нового Xbox. И честно говоря, информация про эту консоль набирает меньше всего просмотров, то есть это настолько людям не интересно. В целом готовятся три консоли. Первые две будут заменами Xbox One X и Xbox One S, а третья будет стриминговой. Железо также останется от AMD, но будет использоваться уже не мобильный Jaguar, а Ryzen нового поколения на микроархитектуре Zen 2. Также ходят слухи, что будут ревизии консоли без привода, что подтверждают многие авторитетные ресурсы, но официально Microsoft ничего такого не утверждала. Кроме того, анонса на E3 больше по сути ничего и нет. На этом все. Если понравился ролик, то не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и оставляйте свои комментарии по поводу данного ролика. Как-никак я старался. Также вступайте в нашу группу ВКонтакте, ВК-чат, Дискорд, Телеграм и Яндекс.Дзен. Все ссылочки в описании. Еще по многочисленным просьбам на канал добавил плейлисты, поэтому можете теперь удобно пересмотреть какие-то ролики и долго не искать их. Ладно, увидимся уже в следующем году, но это не точно. С Новым годом!